Нет. Каждый вечер именно так семья Хариных встречает с работы любимого папу. Жена и мама Мария, старший сын Павел, ему 11, и двойняшки Егор и Даша, им по 9 лет. На кухне уже кипит чайник, большая семья садится ужинать, чтобы за столом обсудить важное, что произошло за день, да и просто поболтать. Хорошо, что дом всегда полная чаша, потому что глава семейства заботится о том, чтобы его родные люди никогда и ни в чем не нуждались. Я бы его описала одним словом «добытчик», потому что он навсегда. Я пришла домой, смотрю, а он привез масло, там, допустим, оливковое, вот такие короба, или, допустим, вот что там, мясо купить там деревенского, там, или какую-то рыбу заказать. То есть он вот такой, я его об этом не прошу, я даже об этом сама знать не знаю, но он знает, что у нас дома дети, большая семья. И, в общем, да, вот он добытчик. Вот одним словом, если описать его, то добытчик. С ним как за каменной стеной. То есть даже я и не волнуюсь, что там будет завтра. Я в нем вот уверена. Александр и Мария вместе 15 лет. Как пролетели годы, даже не заметили. Мы познакомились на дискотеке у нас в районе. Так что подошел ко мне, говорит, можно с вами познакомиться. Он был с другом. Вот, и я познакомилась, ну, согласилась, увидела. Он был в рубашке, был в брюках. Я еще так удивилась, думаю, а что это все на дискотеке джинсы, футболки, а он в рубашке, в брюках, такой нарядный. А потом выяснилось, что в этот день у него у сестры была свадьба. Он был очень красивый. Она была такая эффектная, длинные волосы, почти в пол. Они поженились после окончания института. Почти сразу после свадьбы Александр пошел служить в армию, а Мария ждала первенца. Я все волновалась, что он родится, а он меня из роддома не заберет. Но мы все успели, он забрал меня из роддома и пошел служить. Телефоны не разрешали поначалу, а потом уже разрешили телефоны и созванивались, переписывались, ну, практически постоянно. Писал, что скучаю, конечно. Они приезжали ко мне, и Паша, и Маша, наверное, раза 4, да? И я домой ездил, наверное, тоже пару раз. Потом пришел с армии, Паша маленький, уже ходил. Я никогда не забуду, пришел, он обнял меня за ногу вот так, и все, и больше не отпустил. Трогательные письма, которые супруги писали друг другу, до сих пор хранятся в семейном архиве. Как и фотографии, появление детей, крестины, значимые праздники и путешествия. Это было в том году, мы ездили в Алушту отдыхать, и по пути на обратном заехали в зоопарк Тайган. Там можно потрогать маленьких львят, тигрят. Ну, мы вроде не испугались, но стало жалко нам этих котят. Нам дали потрогать, сфотографироваться немного. Можно было там оплатить на полчаса, на час с ним поиграться, но нам стало жалко, и мы просто сфотографировались, и все. Познавательные экскурсии или отдых на море или на лыжах. Какая разница, лишь бы оказаться в дружной компании, пусть и за сотни километров от дома. Наша семья очень дружная, мы очень любим проводить время вместе. Мы тогда были первый раз на лыжах. У меня получалось, и мне было очень страшно поначалу, но потом у меня все получилось, и я не боялась. Я орал, потому что я когда ехал, у меня прям, я упал, и прям в сугроб, опа, и все. Все смеялись. С рождением двойняшек семья в одночасье стала многодетной. Егор и Даша учатся в одном классе, вместе ходят в школу. Мальчишки сестру в обиду не дают. Только скажи. Даша под такой защитой чувствует себя принцессой. С 4 лет она занимается спортивно-эстрадными танцами во Дворце пионеров, ходит в школу плавания, сейчас увлеклась воздушной гимнастикой на полотнах. Егор и Паша тоже участвуют в соревнованиях в бассейне. Вот эта вот медалька. Эта медалька досталась мне за первое место по плаванию. Это было очень тяжело, мне достались сильные соперники. Очень сильные. Это было очень тяжело выиграть, Мы плыли дистанцию 50 метров. А еще Егор и Паша занимаются автоспортом. Парни любят экстрим, особенно зимой, когда на большой скорости машину заносит. Иногда старшим приходится выручать тех, кто оказался в сугробе. И творческие, и спортивные. Участвуют в семейных соревнованиях, где надо и результат отличный показать, и проявить командный дух. Но перед этим, конечно, важна подготовка. Сейчас вот после норм ГТО решили, что нам надо подтягиваться всем. Сейчас тренируемся на турничках. Ленятся немного, но ничего, я думаю, что справимся. К следующему году все нормы сдадим. По воскресеньям мы с ребятами. В основном Даша обычно на танцах с мамой, а мы с ребятами ходим в баню. Паша любит выбежать в снежок. Я тоже. Ну, Егор тоже. Во дворе турники и различные спортивные снаряды. Пример показывает папа. Молодец. Кем бы ни стали их дети, главное, чтобы они выросли порядочными людьми, на которых можно положиться. В этом уверены молодые родители, которые за годы семейной жизни вывели свою формулу счастья. Раньше, допустим, были какая-то там гордость, знаете, когда вот только начинаешь все это, семейную жизнь, хочется там показать, кто главный, вот эти вот притирки, все это, то сейчас совершенно другие заботы, совершенно другие ценности. То есть я думаю, что в семье самое главное вот это уступать друг другу. И чем быстрее вы друг другу будете уступать, тем лучше и легче будет жизнь. Для меня семья значит опора. Приезжаю с работы и знаю, что всегда меня ждут.